Резко обострилась обстановка в столице Молдавии. Тысячи сторонников оппозиционных партий блокировали улицы вокруг здания парламента и потребовали выдать им Влада Филата, ныне лидера либерал-демократов, а в прошлом премьер-министра страны, который оказался замешан в крупных хищениях. По словам генпрокурора, речь идет как минимум о 250 миллионах долларов, причем это подтверждают показания свидетелей и документы. В свою очередь социалисты и коммунисты уверяют, что Филат незаконно вывел из молдавских банков в 4 раза больше, а именно 1 миллиард. За снятие с него депутатской неприкосновенности уже проголосовала профильная комиссия. Также, скорее всего, проголосуют и остальные члены парламента. Протестующие с государственными флагами и красными знаменами скандируют «Долой олигархов и воров в тюрьму». А их лидеры за поимку Влада Филата даже объявляют награду. Повторяю объявление для работников полиции. Тот, кто задержит Филата, получит приз «Новый Мерседес», причем завтра. Будьте внимательны. Как говорят протестующие, расходиться они не будут до тех пор, пока не уйдет в отставку парламент и не назначат досрочные выборы. Также сообщается, что в центр Кишинева сейчас направляются десятки автобусов с теми, кто готов присоединиться к демонстрациям, но их пытается задержать полиция.